Здравствуйте, меня зовут Джумана. Я приехала из Ливана. Ливан известен богатой культурой, архитектурой и историей. Главным архитектурным местом является Баалбек. Баалбек – это древнейший храмовый комплекс в ливанской провинции Бали и один из самых необычных археологических феноменов в истории человечества. Грандиозный архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких исполинских сооружений, находится в небольшом городе Баалбек, административном центре одноименного района. Сегодня храмовый комплекс Баалбека – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, излюбленный маршрут археологов, охотников за историческими сенсациями, ну и, конечно же, туристов, предпочитающих места с древней историей и мощной энергетикой. Как ни странно, но с точки зрения археологии, главную ценность Баалбека составляют отнюдь не его храмы, а монолитные основания комплекса, или так называемая терраса, со стороны храма Юпитера. Именно в этой части ансамбля находится легендарный трилитан Баалбека. Три мегалита вкладки фундамента по 800 тонн каждый. Интерес к этим исполинским плитам вызван тем, что в эпоху Древнего Рима, который принято относить строительство баалбекских светлищ, способов транспортировки мегалитов таких размеров еще не было. Противоречивый факт дал повод появлению всевозможных гипотез относительно способов перемещения плит. Кто-то из исследователей заявил, что к строительству храма-комплекса в Баалбеке приложила руку инопланетянная цивилизация. Кто-то считал более адекватной версию использования сверхмощной техники, которая впоследствии была утрачена человечеством. Были извлечены на свет и древние библейские сказания, согласно которым Баалбек был построен Немродом, одним из ветхозаветных царей, водившим дружбу с титанами. Именно великаны и доставили сюда неподъемные мегалиты, после чего навлекли на себя гнев Божий и были уничтожены всемирным потопом. Спасибо.